общем, решил я тут полетать на Як-40. Это у меня реплейчик. Такой случайной посадки, можно сказать. Значит, в чем было дело, собственно говоря? Я долго стоял на полосе, пока разбирался со всякими там делами в игре. Все время эти движки у меня работали. А Як-40, он такой, зараза, прожорливый. А у меня там даже, возможно, загрузка была 50% топлива. В общем, я взлетел, решил лететь из Тригина к Домодедово. И после взлета я увидел, что у меня загорелись лампочки. Остатка топлива мало. И я повернул обратно. В общем, помог мне найти полосу радар. К счастью, что он есть. Я увидел отметки. Все. К сожалению, по приборам я таки поленился научиться летать. Поэтому искал в этом молоке визуально отметочку. Когда взлетал, заметил, что самолет сносит в сторону. Ну, не сильно на это обратил внимание, так как планировал садиться в Домодедово, а там погода может быть другая. В эксплейне, в принципе, по умолчанию картинка довольно неплохая. Без дополнительных графических плагинов всяких. Вот мы идем на посадку. Думаю, на реплее я хорошо увидел, с каким сносом я шел. Как-то в приборке не сильно на это обращал, думал, что это из-за сдвига камеры такой вид. А здесь вот вижу, что снос очень приличный. Секси я бы поломался при посадке такой. К счастью, навстречу мне никто не взлетал, потому что я садился в противоположном направлении. Сел удачно, правда, я вот этот тупичок перепутал с рулежкой. Поехал потом по траве, а потом по соседней взлетке по рулям. Ну вот если кто сегодня взлетал, а точнее садился в Стригино с реальной погодой, надеюсь, что они летали по приборам и умеют это делать, потому что визуально довольно сложно было идти на посадку, особенно когда нету GPS-а у меня и навыков полета по приборам ВВП. Но тем не менее, все равно в таких условиях возможна посадочка, даже визуальной. Это еще не самая худшая видимость. Вот, ну, на этом все.